В марте в Мурманске открылось современное отделение реабилитации и восстановительной медицины. Оно призвано помочь северянам в восстановлении после операций, инсультов, коронавируса и многих других сложных заболеваний. Медицинская реабилитация, когда пациенту помогают сразу и врачи, и реабилитологи, сегодня очень важна и востребована не только в Мурманске. Вот это сочетание практической медицины, открытие нового амбулаторного центра и проведение конференции на базе поликлиники ФНБА России – это очень правильное сочетание научной мысли передовой и практического здравоохранения. Мы занимаемся обучением персонала, обучением работников первичного звена, для того, чтобы они могли и четко понимали, для чего предназначено наше отделение и как к нам направлять пациентов. На конференции врачи рассказали о возможностях и ресурсах отделения реабилитации по направлениям неврологии, травматологии и ревматологии. Дали практические рекомендации, в том числе и о том, как правильно направлять пациентов в отделение. Ведь помочь людям вернуться к полноценной жизни – важнейшая задача. Енина Морозова, Виталий Попков, ТВ-21+.